Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Полпред Юрий Чайка поручил главам нарастить вакцинацию от COVID-19, держать на контроле амбулаторный этап медицинской помощи и кислородоснабжения госпиталей. Выполнить работу быстро и качественно в любых погодных условиях. Зима – особенно непростой период для работников коммунальных служб, благо техника с каждым годом совершенствуется. Где купить пчел, как их лечить и, самое главное, как реализовать готовый мед? Эти и другие вопросы и проблемы обсуждали на Ассоциации пчеловодов Черкесски. 80-летний юбилей отмечает один из первых выпускников КЧГУ, прославленный преподаватель, заслуженный художник Карачаево-Черкесии Магомед Бастанов. Ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе стала главной темой заседания под председательством полпреда президента России СКФО Юрия Чайки. В Северо-Кавказском федеральном округе в настоящее время быстро распространяется новый штамм омикрон, подчеркнул Юрий Чайка. Полпред поручил главам субъектов максимально увеличить темпы тестирования, охватить всех, кто имеет признаки ОРВИ для выявления, изолирования и раннего лечения заболевания. Также Чайка поручил нарастить вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19, держать на контроле амбулаторный этап медицинской помощи и кислородоснабжения госпиталей. Большое внимание было уделено работе колл-центров службы 112 и обучению волонтеров «Мы вместе» и студентов старших курсов медицинских вузов и колледжей для помощи медикам в условиях пандемии. Число госпитализированных больных в Карачаево-Черкесии достигло минимума практически за 7 месяцев. В настоящее время в республике функционируют 3 ковид-госпиталя в Черкесске и Уйджигуте с общим коечным фондом 530 коек. Тем не менее, в Карачаево-Черкесии в последнюю неделю отмечается рост новых случаев инфицирования COVID-19. Выявлены первые случаи заболевания штаммом омикрон Карачаево-Черкесии. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 33 539 человек. Из них 30 269 выздоровели, 341 человек госпитализирован. Зима для многих – любимое время года, особенно для детей. Время радостных игр и катаний на санках. Что не скажешь про работу коммунальных служб. Это особенный период для работников специального хозяйства. Успевают ли они убирать мусор, расчищать снег и хватает ли им техники, узнавала Альбина Ламкова. Для службы специализированного автохозяйства по уборке города стоит одна задача – выполнить работу быстро и качественно и в любых погодных условиях. Тем более, что для сбора мусора есть необходимое количество техники. В 2021 году приобрели вот такой ломовоз, вот, который сейчас вы видели в работе. Это специализированная техника для ликвидации стихийных свалок на территории города. Она вмещает, чем обычный КАМАЗ, раза в 4-5 больше. Также было приобретено в 2021 году две единицы техники. Это вакуумно-уборочные машины специально для тротуаров и парков. Также было 4 мусоровоза новых приобретено в 2021 году. Еще администрация города приобрела порядка 1000 новых евроконтейнеров для раздельного сбора отходов. В ближайшее время их распределят по дворовым территориям. Особый подход к уборке снега. Практически невозможно заранее определить объем работы и время их проведения. Причем расчистку территории необходимо производить в кратчайшие сроки ранним утром, пока жители города еще спят. В зимний период мы производим очистку тротуаров от выпавших осадков, и работы зависят от толщины выпавшего снега. Занимаемся расчисткой тротуаров, мест общественного пользования, парки, тротуары. Мы их очищаем от снега и посыпаем во время гололеда. Периодичность работ по очистке тротуара зависит от погодных условий и температуры наружного воздуха, чтобы ни в коем случае не образовался гололед, который может вызвать опасность для прохожих. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести Карачаево-Черкесия.
На брифинге в Пенсионном фонде Республики управляющий Аслан Озов рассказал журналистам о том, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9%. Размер выплаты в результате индексации вырос на 356 рублей. Что касается дальнейшего повышения выплаты, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные, будут увеличены с 1 апреля. Также будет осуществляться индексация материнского капитала с 1 февраля. Не по планируемой, а по фактической инфляции будет выше запланированных на текущий год 4%. Февральская индексация коснется тех, кто еще не распорядился средствами материнского капитала. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии является индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенный у гражданина в течение трудового жизненного пенсионного права стаж, заработок, страховые выплаты, взносы, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии. И, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству Российской Федерации увеличить размер индексации пенсии до 8,6%. Пенсии будут проиндексированы после принятия нормативных актов и проведения необходимых процедур. Но сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой снег, днем осадки, дождь и мокрый снег, в горах сильный. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью -3, -8, в горах до 13 градусов мороза, а днем -2, +3 и местами до -7. На дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью -4, -6, днем 2 градуса выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Не пропустите, в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе «Минводы-экспо». Впервые в Черкесске. Выставка «Страна обезьян и пушистиков». Мартышки и грунки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства. На Горького, 8. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. В Черкесске прошел семинар по вопросам правового, ветеринарного и лабораторного обеспечения пчеловодства. Специальным гостем стал представитель госкорпорации по производству ветпрепаратов из Китая «Энд-Дэ». Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Пчеловодство является важной отраслью сельского хозяйства, которая занимается разведением пчел для производства меда, пчелиного воска и другой продукции. На собрании говорили, что у пчеловодов возникают проблемы по сбыту продукции, об отсутствии своей лаборатории, так как при диагностике или болезнях пчел приходится обращаться в соседние регионы. Пасека, две пасеки. В прошлом году вот из Карачаевского района 26 семей, если мне память не изменяет, собирались выехать в Ставропольский край. Я, естественно, как руководитель ветслужбы, согласовываю ваш выезд с руководителем ветслужбы Ставропольского края. Почему это делается? Объясню. Первое. Я гарантирую, что все, любой из вас, кто выезжает, он не привезет туда заразу. Согласитесь, для него это тоже немаловажно. Да? Среди вас есть ответственные люди, но бывает, кто-то что-то не досмотрел. Никому не интересно, чтобы к нему в регион, как и ко мне, да, приехало что-то, что перетравит вам пчел. Не дай бог, конечно, да? Гость из Китая Чан Янде был рад общению и обмену опытом с российскими коллегами, готов к плодотворному сотрудничеству. Государственные ветеринарные врачи ежегодно проводят исследования на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний у насекомых на пасеках, делают обработку против болезней и вносят данные в санитарные паспорта. В этом году стартует пилотный госпроект, и если будет успешный результат, то у проекта будет продолжение. Уникальность этого обучения будет в том, что в течение всего сезона мы будем вести патронаж над пчеловодами, вплоть до зимовки. Мы научим, где можно пчел купить, где, как можно их полечить, вплоть до замены маток, все-все-все, мы будем сопровождать. Продукция, производимая хозяйствами, предназначенная для экспорта, должна соответствовать требованиям международных стандартов. У всех присутствующих сегодня на этой ассоциации пчеловодов проблема заключается в реализации меда.
Если у нас будет свой бренд, кавказский мед, легче будет реализовать. Вот если мы откачали одну тонну, две тонны, с реализацией получается трудно. А если, значит, у нас будет ассоциация, и мы сможем собрать больше меда под этой маркой «Кавказский мед», тогда и легче реализовать. Ассоциация пчеловодов республики уверена, что семинар был просто необходим для решения существующих вопросов и обсуждения дальнейших шагов развития в этом нелегком, но очень важном труде. Альбина Курочинова, Кенжева Заурлиев, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Его имя тесно связано с историей художественно-графического факультета с недавнего времени Института культуры и искусств КЧГУ. Одному из первых выпускников вуза, прославленному преподавателю, заслуженному художнику Карачаево-Черкесии Магомеду Бастанову, исполнилось 80 лет. С юбиляром встретилась Шерифат Лепшокова. Фигура на фоне интерьера. Не один десяток раз Магомед Сусранович показывал студентам эту технику изображения. Но каждый год появляется новый курс, и опять все для преподавателя начинается сначала. Как на чистый холст наносится штрих карандаша, так и наполняются красотой души этих ребят. Знания одной лишь техники недостаточно, говорит Магомед Бустанов. В работах художника должны быть его мысли, переживания, нужно тонко чувствовать предмет изображения. В особенности так любимый мастером пейзаж. Осенняя природа с ее богатством красок – это то, что невозможно не любить, говорит Магомед Бустанов. Многие в этом времени года замечают угасание. Для меня же в осени видится спокойная величавая красота. В работах художника – окрестности Петербурга с его имперской архитектурой, тихие реки Подмосковья, пейзажи Донбая, любимые Тиберды, Махара. И сегодня он по-прежнему ходит на этюды, забирается в горы, присягивающие вечно красотой и тишиной. Когда я ухожу, поднимаясь выше, меньше суеты, меньше шума, меньше разговора. Как бы ты чувствуешь себя наедине с природой, как бы диалог окружающей природы и со мной происходит мысленно. Я не говорю об этом громко, но это же я же чувствую себя хорошо. Потому что пейзаж это всегда вдохновлял не только художников. Ну, туристы приезжают. Зачем они приезжают? Ни к чему-то привлекает природа. Природа всегда хороша. Ну, надо еще в этой природе найти что-то свое, близкое к тебе, к твоей душе. Вот по таким горным пейзажам тосковал мастер в Средней Азии. Мечтал вырасти и увидеть родные горы. Он увидит их в 57-м, и они его уже не отпустят. В депортации в первом классе он нашел единственный карандаш и мучительно захотел рисовать. Затем появились еще 3 цветных, и радость была безмерна. Когда делал домашнее задание, первым было готово, конечно, рисование. Дома считали увлечение живописью баловством, но не запрещали. Природный дар мальчика заметили учителя, а по возвращении и ректор вуза в Карачаевске. Открывался новый художественно-графический факультет, и он, будущий студент, сам готовил помещение к учебному году, помогал убирать, красить стены, а спустя более чем полвека на них будут висеть картины мастера. В них легко читается его любовь к жизни, природе, людям. В любом пейзаже можно находить что-то интересное. Надо только поискать, изучать, думать. Вот чем привлекает? Вот, допустим, камень какой-то лежит. Что за камень? Ну, думаешь, когда упал этот камень сюда, сотни лет тому назад, со скалы сорвался, как он летел сюда? Кто-то сидел на этом камне, кто-то обедал, кто-то любовался. За камень. Камни бывают разные, как люди. Как люди, камни разные, деревья разные. У каждого пейзажа своя. Кусочек поэзии в каждом уголке пейзажа есть. Но эту поэзию надо передавать. Магомеду Бастанову 80. Он окружен учениками, любящей семьей, коллегами, почитателями его таланта. Но главное с ним по-прежнему – кисти и краски. Будет лето, а значит, он опять пойдет на этюды. Шерифат Лепшокова, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Склифосовский». Приятного просмотра и ждите вестей.